Всем привет! Сегодня у нас на обзоре наушники с открытым ушным каналом One Audio Open Rock S. Эти наушники заявлены как спортивные, но использовать их можно в любых целях. Дома, в дороге, на работе и так далее. Честно говоря, это мой первый опыт использования наушников такого формата. Вот плюсы, которые я обнаружил при их эксплуатации. Такие наушники оставляют уши открытыми, позволяют следить за тем и слышать то, что происходит вокруг вас. Особенно это актуально в спортзале и на улице. Также эти наушники более гигиеничные, чем многие другие форматы. Например, наушники затычки накапливают грязь от ушей, так как вставляются в само ухо. И третий момент эти наушники обеспечивают комфортное использование. Такие наушники можно носить в течение длительного времени без дискомфорта для вашего уха. Но помните, что во всем нужна мера. Перед началом обзора этих наушников я попрошу вас поддержать это видео лайком. Без вашей поддержки просто не обойтись. И подписывайтесь на мой канал, те, кто еще не подписан. Итак, дорогие друзья, давайте произведем распаковку этих наушников. В такой коробке они мне поступили. Бренд наушников называется One Audio. Модель наушников называется Open Rock S. Спортивные наушники с открытым ушным каналом. И здесь на коробке некоторые технические параметры этих наушников. В наушниках присутствует технология Tube Bass, которая усиливает басы. Наушники могут проработать 60 часов, учитывая зарядку кейса, и имеют водонепроницаемость IPX5. То есть они защищены от влаги дождя и пота. Давайте также перевернем коробку. Драйверы в наушниках 16,2 мм с улучшенным басом. В наушниках присутствует 4 микрофона с шумоподавлением. Версия Bluetooth в наушниках 5,3. Также в наушниках есть аудиокодеки AAC и SBC. Расстояние их работы от телефона 10 метров. Полностью заряжаются наушники за полтора часа. И также в наушниках предусмотрено быстрое зарядка вы подзаряжаете их 5 минут от кейса и они смогут проработать 1 час от этой зарядки итак давайте откроем коробку так вот наушники у нас запакованы здесь у нас различного рода инструкции но основные моменты из инструкций я вам в этом видео обязательно расскажу здесь у нас располагается кейс с наушниками и также здесь кабель для зарядки этого кейса кабель USB Type-C вот мы сразу видим на кейсе с задней стороны предусмотрен вход Type-C. Такая вот, ребята, комплектация. Все здесь аккуратненько упаковано. А заказать эти наушники вы можете на AliExpress. Ссылку для вас я оставлю в описании под этим видео. Итак, ребята, вот наш зарядный кейс вместе с наушниками. Давайте его откроем. Здесь у нас разные защитные заводские наклейки. Давайте их сразу уберем. Вот, ребята, наши наушники. Давайте мы эти наушники пока отложим и рассмотрим для начала сам кейс. Кейс у нас черного цвета, сверху у него гравировка, указано название модели Open Rock, вес кейса вместе с наушниками 132 грамма. А теперь вы можете оценить размеры кейса наряду с моим смартфоном и с зажигалкой. Вообще кейс такой не маленький, он короче, но толще моего смартфона. Поэтому, ребята, при покупке таких наушников будьте готовы выделить отдельный карман для них, как и для смартфона. Ну или лучше использовать небольшую сумку для переноски ваших гаджетов и девайсов. Когда мы открываем крышку кейса, у нас здесь загорается белый индикатор, также он загорается и при закрытии крышки. Вообще этот индикатор индикатор предназначен больше для того, чтобы показывать уровень заряда самого кейса. У меня, ребята, сейчас кейс заряжен на максимум, но вот на экране вы видите скриншот, что кейс способен показывать разный уровень заряда. Также вы можете видеть, я сейчас подключил Powerbank для зарядки кейса. И вот наш индикатор мигает, говорит нам о том, что кейс подзаряжается. А в самом кейсе присутствует специальная кнопка. Давайте на нее нажмем. Нажимая на эту кнопку, вы всегда сможете узнать уровень заряда самого кейса. Внутри кейс у нас такой синий. Также здесь есть обозначение L и R левый и правый наушник. Давайте достанем наушники. Здесь в кейсе мы видим контакты для зарядки самих наушников. Эти контакты мы видим и на самих наушниках. А теперь, ребята, давайте рассмотрим сами наушники. Сразу оценивайте размеры наушников наряду с другими предметами, наряду с моими другими наушниками-затычками, зажигалкой и со смартфоном. Наушники такого немаленького размера: так они смотрятся на моем ухе, сидят на ухе достаточно уверенно и не спадают, не болтаются. Самому уху не доставляют никакого дискомфорта. На наушниках присутствует логотип, название модели наушников Open Rock. Наушники у нас черные пластиковые, а здесь на крючке уха посередине такая прорезиненная вставка. Ее можно гнуть. Благодаря этой вставке наушники подойдут на любое ухо, на любой размер. Перевернем наши наушники. Здесь у нас присутствует маркировка L и R, левый и правый наушник. А здесь вот эти металлические, это у нас динамики наушников. Наушники обладают технологией направленного звука. Это новое поколение наушников с воздушной проводимостью, которая концентрирует звук и уменьшает его утечку. А также можете посмотреть структуру внутри наушника на данном слайде. Драйверы в наушниках 16,2 мм и наушники обладают превосходным басом благодаря технологии Tube Bass. Также у наушников есть прикольная фишка. Это наличие двух режимов воспроизведения. Режим рок и режим релаксации. Режим рок подходит, например, для бега или езды на велосипеде. А вот релаксация для йоги и медитации. Либо в режиме релакс просто Приятно прослушивать аудиофайлы во время отдыха. А версия Bluetooth 5.3 в наушниках обеспечивает низкую задержку звука и устойчивое соединение. На одном заряде наушники способны проработать до 19 часов. Учитывая зарядку кейса, это около 60 часов. Теперь поговорим о управлении наушниками. У каждого из наушников есть сенсорная кнопка. Кнопки находятся вот здесь. При помощи этих кнопок можно управлять звонками, ставить треки на паузу, переключать треки вперед-назад, активировать голосовой помощник, а еще переключать в режиме рок и релаксация, о которых я вам рассказывал чуть ранее. Ну и также на наушниках мы видим такие вот точки. В наушнике встроено 4 микрофона с шумоподавлением. Это позволит вам наслаждаться четким звуком при звонках. Ну и как раз давайте протестируем эти микрофоны. Итак, ребята, сегодня 2 января 2024 год. Поздравляю всех с наступившим Новым годом. И сейчас мы тестируем микрофон на наушниках Open Rock S. Нахожусь сейчас в домашней обстановке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Надеюсь, микрофоны хорошие. Также я хочу рассказать вам, как сбросить эти наушники к заводским настройкам. Это может вам понадобиться, если у вас наушники некорректно работают. Например, не подключаются к телефону, либо один наушник работает, второй не работает, либо в каких-то иных случаях. Для сброса настроек вы помещаете наушники в кейс и далее мы удерживаем кнопку в кейсе 10 секунд. Далее вот этот индикатор у нас должен замигать слева направо. Вот он сейчас промигал. Все наушники успешно сброшены и готовы к новому подключению. Звук, ребята, в наушниках достаточно громкий. Бас заметно ощутимый. Мне лично эти наушники понравились, могу рекомендовать их вам к покупке. Ссылки на них будут в описании под этим видео. Приобретая эти наушники, вы получаете высокое качество материалов и различных современных технологий, а также высокое качество звука, а звук в них действительно классный и чистый. Наушники с открытым ушным каналом для меня это что-то новенькое. Впервые сегодня тестировал их вместе с вами. В использовании оказались очень удобные. Никакого дискомфорта при носке. Если еще не пробовали наушники такого формата, обязательно попробуйте. Возможно, это то, что вам нужно. Я лично такой формат одобряю. В наушниках затычках мне менее комфортно. И, ребята, поддержите это видео лайком. Старался для вас. И подписывайтесь на мой канал. Те, кто еще не подписан. Пока-пока.